Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Ну все правильно, трудовая 105. Вианор, потому что это федеральная сеть, потому что это качество, сервис, огромный выбор. И вообще, во, очень здорово, что в Центральном федеральном Московском округе Твери появился еще один центр Вианор. Вот вечный вопрос, шипы или липучки, липучки или шипы, ну я тебе так скажу, зима, представь, дорога, тоненький лед, и снежочек падает, 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 и ты на тормоз жмешь. Тут, конечно, однозначно шипы. Хотя, выбор каждого. Слушай, ну огромный выбор шин, причем как в наличии, так и под заказ. А ты знала, что при покупке комплекта шин Nokia, Кардиант, Matador и Continental бесплатный шиномонтаж? А еще бесплатное хранение. А еще на Nokia расширенная гарантия. Ну это пожизненная. А, да. Ой, слушай, помнишь, как в гардемаринах Софья, Алеша, Софья? Аленушка! А ты знаешь, что происходит с аккумулятором при минус 10 градусах? А? Вот. И я не знаю. Поэтому лучше приехать заранее за новым аккумулятором, чем потом пешком за ним идти. А еще, помимо всего прочего, в Вианоре ты можешь пройти ТО. Ну, техническое обслуживание, масло поменять, не тупи. Ну что, расслабились, да? Пригрелись? Вот что значит сервис. Чувствуешь? Жизнь-то прекрасна. Классное нитье, да? И все-таки я думаю, вот этот кирпич. Слушай, никогда не подумала, что выбор кирпича настолько увлекательное занятие. О, и моя накладная готова. Пошли забирать. Мой кирпич, мой, представляешь? Отделочный кирпич – это не только фасадные работы. Это, пожалуйста, это тротуар, забор. Захотела ты в доме сделать кирпичную стену. Ну, вот как ты любишь, вот лофт. Без проблем. Нравится? Ты не поверишь, но это тот же самый кирпич. Просто взяли вот этот, отрезали вот так вот, как хлебушек, и получилась имитация природного камня. А по цене выходит гораздо дешевле. Не благодарю. Знаешь, почему мы с тобой здесь, на заводе «Роскирпич»? Во-первых, экономишь на растворе, специалистах, на времени, я уже не говорю о высоких свойствах кирпича, морозостойкий, прочный, невлагопоглощающий, белые разводы на стенах, забудешь про это. Я уже не говорю о широкой цветовой гамме, ну вот захотела ты кирпич розового заката на бирюзовом побережье. Пожалуйста. Видел, как складывают, как горячие пирожки, даже хлебушка захотелось, да? Между прочим, это пропарочная камера. Угу. Здесь кирпич будет 8 часов в парилке находиться. Технологический процесс. Ну все, сейчас мой кирпич погрузят, доставят, и будет у меня самая красивая пристройка. Ой, а где моя накладная? Ну ты хапаешь, ну ты хапаешь. О, привет, моя дорогая, ты куда это такая нарядная? На Волгу ковер чистить. А ты знаешь, что ты еще хуже этим сделаешь? Я тебе рекомендую обратиться к профессионалам в химчистку ковров «Чистюля». Расскажите, пожалуйста, как происходит весь процесс волшебства чистки ковров?
На первом этапе происходит сухая чистка ковра. Мы его убиваем от пыли, грязи и ворса домашних животных. Видала? Это тебе не с выбивалкой у турника стоять. На втором этапе происходит влажная чистка. При помощи специализированного оборудования, химических антиаллергенных средств, не влияющих на цвет изделия. На следующем этапе происходит отжим в центрофуге. Затем идет сушка. И завершающий этап – поднятие ворса, расчесывание и упаковка. Специалисты рекомендуют делать сухую уборку ежедневно, влажную уборку в домашних условиях один раз в месяц, а профессиональную чистку ковра 1-2 раза в год. Все-таки решила обратиться к профессионалам и правильно сделала. Я смотрю, ты и доставку заказала. Молодец.